духовно теплых. Да? Так вот, когда мы поняли, что нам нужно много людей, мы поняли, что нам нужно выстроить структуру по поиску многих людей, что они сами не телепортируются. Опять расскажу про своего друга Сережу. У него 200 офисов по всей России. 200. Франчайзинговых, 23 собственных. Ну, тут среди этих 200. 23 собственных офиса. Куча народу. Лидов